Для модельера Светланы Романовой выкроить время сейчас звучит гораздо актуальнее, чем выкроить платье. Трое деток, 6-летняя София, 2-летний Иван и 10-месячная Рада, занимают внимание мамы целиком. Но мастер уверена, чтобы быть в гармонии с семьей и миром, женщина должна делать что-то для души. И раз любимым шитьем заниматься пока нет возможности, Светлана окунулась в мир украшений из различных материалов. Мама моя, она увлеклась камнями, смотрела по видео, там ролики на ютубе, передачи смотрела про ювелирные камни, как обрабатывают. Говорит, Света, смотри, как красиво, смотри, красота-то какая. Это вот с подачи мамы. Думала, да ну, да какая ерунда, да что-то я тут буду вот. То ли дело платье сшила, вот так дело, а тут вот что-то вот ковыряться тут вот. Но однажды она все-таки это, говорит, смотри, какой камушек. Она купила красивый камушек, агат крупный очень. И говорит, давай вставь сама. Там штыречек, там напин, закручивается и подвешивается на подвеску. На, ну, самый простой, просто камушек повесить на шнурок. И мне так понравилось. Я с таким удовольствием это сделала. Я его с таким удовольствием потом носила, одевала. И вот с этого и началось, и понеслось, как говорится. Фурнитуру и камни, как искусственные, так и натуральные, полудрагоценные, мастерицы искали в интернете, на сайтах совместных закупок. Когда Света начала выкладывать первые ожерелья и браслеты на своей страничке в соцсетях, клиенты, которые раньше шили у нее наряды, начали обращаться с заказами на эксклюзивные бижу. Платье, оно может быть одинаковое, можно в нем пойти и на работу, и куда-нибудь с друзьями, там в кафе, например, и по магазинам пойти. А вот разные украшения, они придают определенное настроение. И немножко рассказывают людям о том, кто вы и какая вы. В украшениях тоже есть стиль, как и в одежде. То есть деловые какие-то украшения, очень скромные, монохромные обычно они бывают, очень лаконичных форм простых, без каких-то декоративных элементов, там что-то самое основное. Их можно в офис, например, одеть, и уже будет видно, что вы цените там камни, например, какой-то у вас есть определенный вкус художественный, как-то вот о себе вот таким образом вот заявить. Украшения могут быть из бусинок просто, вот, и это могут быть очень творческие украшения, вот в бохо стиле, в бохо теме этнические украшения, они не всегда из натуральных камней, они могут быть вот из бисера, из мелких бусинок, вот это вот стеклянные вот бусинки из Индии, и несмотря на то, что они не драгоценные совершенно, и как бы финансово они не так дорого стоят, ну, например, одетая к летнему белому льняному платью, или, например, цвета небеленого льна к платью, оно очень интересное настроение придает и рассказывает о хозяйке, что она вот такая вот творческая, необычная вот девушка. Дизайнер считает, что любой моднице под силу сделать простое украшение своими руками. Свое колье для съемки она сделала, к примеру, за 1,5 часа. И открывает для зрительниц небольшие секреты изготовления подобного украшения в стиле бохо с кварцевым пальцем. Для этого она потребуется веревка джут. Она очень доступна в любых магазинах. Можно взять льняную веревку или конопляную, это уже по возможностям. Для этого нам понадобится еще клей-момент, универсальный, прозрачный, инструменты, круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, крючок, чтобы закреплять ниточки, и красивый камушек. Красивый камушек может быть любой. Сегодня я выбрала вот такой палец кварца, называется. Он добыт недалеко от Челябинска. Он очень красивый, потому что он такой почти не обработанный, просто грязь у него отмыта, и вот такой вот первозданного вида камень. С помощью сантиметра определитесь с длиной изделия, а потом им же отмерьте нити. Правило стиля здесь одно. Чем точенее ваша шея, тем меньше нитей в заготовке. Затем в дело идут плоскогубцы и клей, с помощью которых фиксируем края заготовки. Неудобные кончики прячутся с помощью крючка и обрезаются. Этнотема и бохо-стиль, он очень... В выборе способа крепления материалов он предоставляет огромный простор для фантазии. И вот этот камушек, поэтому мы будем его сюда просто приматывать ниткой. Ловкость рук и правильные акценты – вот нехитрый рецепт для ожерелья в этностиле. Гораздо больше времени уходит на другие дизайнерские задумки. К примеру, эта сумка, с которой Светлана пришла в студию – один из ее любимых аксессуаров. Она шилась и дорабатывалась несколько месяцев. Ленты вот выписывала я из Китая, выписывала, ждала их 3 месяца, вот эти вот кружевные ленточки. Приложила, посмотрела – красиво, но не то, хочется вот чего-нибудь изюминки. И потом
в Екатеринбурге в одном из магазинов мне понравились вот такие вот красные помпушечки. Они такого яркого цвета, и на дневном свету они прям вот яркие такие, прям бросаются такие в глаза. И думаю, моей серой сумке они подходят ну просто идеально. Это вот прям вот изюминка такая, которая вот выделяется вот здесь вот. И на общем фоне они вот такие вот яркие акценты. И все равно показалось мне пусто. И тогда уже пошло в ход все, что было. Вот остатки от ленточек, металлические фурнитуры от бусинок и перышки. Перышки тоже появились случайно и тоже позже, намного позже в другом магазине я увидела перышки. Думаю, ну мне это точно надо. На любимые вещи они так и собираются, что в одном магазине увидела одно, пролежала месяц, другой, третий, в другом магазине увидела другое. И все это собирается, вот бывает, что годами даже некоторые вещи, вот, прежде чем вот, получить жизнь. Пусть этой затяжной весной каждая девушка найдет свой яркий и гармоничный образ, а Светлане Романовой пожелаем вдохновения и больше времени для творчества.